сохраненность, но тем не менее. Слава, хорошо, игрок прочитал действия и перехватил этот мяч. Ну, посмотрите, Телли, как действия. Воспользовался ошибкой славы, но он не мог на команда хорошего класса. Ну, подождите, смотрите, идет расстояние. Игрок Славы, пятый номер, это заносит мяч за счет на поле Кубани и увеличивает счет. Разбировка, будь готов. Какой хороший проход, по-моему, 10 номер подрезает еще и на Ньюсе приземляет мяч за счет на поле. Сам побежит по спинам, посмотрите, какой прорыв демонстрирует Алексеев Сергей. И что, Кубань никак не может защитить свою зачетку. Я тут взрыва Тельмана и игроки Славы тоже захватили вдвоем. Посмотрите, а здесь новозеландец не убежали. Александр Лунина подоспел хороший. Посмотрите, какой прорыв. Есть 5 очков в Кубани. Вот этот прорыв посередине был остановлен. Он уже просто спокойно подбрасывал мяч. Саша Рябов смог в хорошем прорыве. Плотная передача, ручка, одна, вторая, уходит он. Телли, посмотрите, как все Телли прошло. Я думаю, это станет одной из красивейших попыток этого тура, а может быть и всего чемпионата. Чемпионата посмотрим, вдруг может быть он будет наполнить приглашение, чтобы усилить команду игроков. И торопится Алексей Голов, быстрый старт. Ой, посмотрите, аккуратненько, коротенько отсечечка, и наш игрок, посмотрите, какой простой у нас есть игрок, Кубани и Городок, такой момент, вот честно, вот он, удар Алексея Голова, точно, точно, 26-30, и всего 4 очка отделяют Кубани от Славы. Александр Семейкин активно проходит вперед. Есть сохранение или нет? Сохранен Кубани мяч. Банков, Коротков, но нету практически сохранения. Посмотрите, увидел он дырку, подбросил мяч. Есть, еще один раз, если не стоило бы отдать. Нет, сохраняет мяч, хотя вправо есть преимущество в игроках. И что, какая концовка! Побеждали мы от этого матча.
вечера бежать игроки Славы, помешав Алексею выполнить удар. 33-33, какой красивый счет, но я думаю, он не устраивает ни одну из команд.